маленькое дело у нас. Давай, давай, пропустим. Так, теперь давайте кошочек. Булочка, кошочек. Топор? Блин. Ну, нам здесь нечего делать. Куда это вот добро все складывать-то? Корзинку или какой-нибудь кредит? Ворст. Ладно. Так это оглобля сломана, как ты её убиваешь? Не, надо попробовать как-то по-другому. Не, по деревне море, ищи себе другую обезьяну. Не могу я тут ничего достать. Может, ничего? Чё я рубить-то буду? Я на тебя рубил. Так вот что. Я понял, что надо рубить. И сейчас я тебе лупочка сплетал. Все, ладно, готово. Забирайте, что мне нужны грибы. Потом травы-то всякой курку, и я не шкурка ешь, не боишься. Вот. Упорка поставим на пенек, а все потом... Так, ладно, будем фейка. Ёбку желаешь, да? Быстренько сюда берём. Давайте побыстренько мы сейчас соберём. И закончим все. Нет, не закончим, мы должны будем пройти этот уровень. Так, надо быстренько это сделать. У меня время кончается. Так, я больше ничего не вижу сейчас. Не, надо еще собирать. Нет, еще мимо. Вот, я немного все заметил. Вот. Не, надо еще собирать. Не, надо попробовать как-то по-другому. Девочка. Блин, что с этой штукой надо делать? Что делать? Что с этими орешками можно делать? Как? Что делать-то? Что мне делать? Не, ладно. Боже мой, я буду фильм. Я знаю, что мне делать. Окей. Все.
Ноль. Ну вот, вроде собрался. Теперь я собралась, значит, внимательно слушать про всякие там непонятные явления и подкрути. Поля, у меня тут трагедия. Я начала птицу кормить, а она и какую-то в прошлом месяце мне внук привез. Птицу заморскую, говорящую, попугая. Вот тут не улетел, ловите вот это быстрее. Ой, ну ёлок, потом будут поля, потом. Вон под лапой корм лежит, хватай его быстрее и в лес, гляди, сустей. Ну не ловко ты, бабку, ножички. Где животные? Это вот тут, которые будут тебя погулять. Ага, понятно. Вон ёлочка, мне придётся. Ага. Да. А, вот даже так. Да-да-да. Чего? Я вам пишу. Летал. Шли давай назад домой, дядя, как он здесь времени. Ну вот, наше время ничего бесплатно не бывает, сама сказала. Так что сначала про поля рассказывай, потом еще туда я пойду. А то у тебя сейчас опять что-нибудь случится. Ой, какие видать. Мужики, это, Коля, пошли в прошлом году и видят, что сидит на поле будто выкошено. Нету нигде никаких следов не видать. А выкошено, значит, ровненько-ровненько. И ни колокольца нигде не видать упавшего, будто прилетел кто-то и забрал. Мужики, кстати, там базарили между собой, чтоб язык сторож Фёдора вдавал. Ой, здрасте, какая-то думала, что... Но тут еще и не такое происходит. Вон сегодня с поля везли звуки или вот еще. Ну ладно, еще по одному случаю мне некогда уже слушать. Так весь день начали после работы, блин. Ладно, пока написал. Ну все, пока собственно нечего. Ладно, все. Это у нас такой большой ролик. Ну? Заходи, заходи, ну как командировочка, удачно? Удачно, поверь мне, что мы будем. Почему в самом деле здесь? Хорошо же работа. Ага, вот я и вижу. Ну ладно, вы тут пока подумайте свои... Куда идти, типа? Ну как туда, и домой, какие-то. Вот именно, что пятница, у нас номер должен выйти. Так что нужно подготовить все для этого. Ой, чуть-чуть, это я чуть. Почему это я еще не договорю? Я прямо так тебе и говорю. Почти все готово, нужно только три диска с фотографиями своими. Вот же, блин, ну... Ладно, все, всем спасибо за просмотр, поставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, всем пока, всем пока.